Уборка дворов в Одинцово осуществляется по участкам на 6-м от улицы Свободы до 122-го дома на Можайском шоссе. Ежедневно задействованы 22 человека и 6 единиц техники. Это усиленный зимний состав. Уборка идет слаженно. Там, где не проедет трактор, снег сгребут лопатами. Лучшая оценка работы коммунальщиков – снижение числа жалоб на очистку дворов на 70%. Хотя нарекания все-таки имеются. Например, на 2-й Советской улице, по словам местных жителей, сотрудники ЖКХ – редкие гости, поэтому мамы с колясками вынуждены ходить по проезжей части. Здесь снег не убирался, видимо, уже месяца полтора или два. Навалы по щиколотку. Сегодня тогда доложите, отчитайтесь, как вы справились с этой задачей, с этой проблемой. Кроме того, глава района Андрей Иванов на расширенном совещании поставил задачу перед Одинцовским городским хозяйством постоянно контролировать состояние этой территории. Мониторинг социальных сетей за минувшую неделю показал, иногда коммунальщики решают одну проблему и создают другую. Например, двор на Можайском шоссе после жалоб жителей на портале «Добродел» был очищен от снега. Правда, вывезли его на парковку рядом. В результате жители лишились более 10 машин мест. Все это фиксируем в оперативном режиме. Тогда мне в Инстаграм или мне в Телеграм отправляйте. Я буду уже реагировать и стимулировать глав поселения этой работой заниматься добросовестно. 13 февраля в московском регионе выпала треть месячной нормы осадков. Дорожные службы к непогоде подготовились на должном уровне. Вместо 40 единиц техники на дороге вышло 58. Поэтому ликвидировать последствия снегопада удалось вовремя. Евгения Августина, Денис Харламов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».